считаю своим долгом отчитаться о том, чем я занимаюсь в роли народного депутата, и ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. Поэтому у меня очень много различных интересных тем и мыслей. Я постараюсь не быть надоедливым, а основные вам рассказать новации и новости. А вы подготовьте свои коварные вопросы для того, чтобы было нам интересно нашу дискуссию проводить. Итак, первое. Поскольку я сейчас занимаюсь бюджетным процессом, то я, наверное, эту тему больше буду о ней говорить. И мне кажется, что она самая главная и самая важная, потому что есть первопричины всех вытекающих отсюда последствий. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы вместе с Кабинетом министров привести в соответствие бюджетный кодекс и налоговый кодекс, потому что они теперь противоречат во многом друг другу, поскольку налоговый кодекс принимался очень быстро, вы помните, какими темпами и способами. Есть разночтения, разногласия. Создана рабочая группа, которая будет из работников нашего комитета и Кабмина, и мы занимаемся этим очень важным вопросом, чтобы его урегулировать в течение подготовки к бюджету следующего года. Я вам хочу сказать, что у меня была очень интересная встреча с премьер-министром 2 недели назад, на которой мы обсудили вопросы взаимодействия комитета и кабинета министров и задачи, которые перед нами стоят совместные. Мы договорились вот о чем. О том, что сейчас бюджетный комитет готовит постановление Верховного Совета, на котором будет рассказаны итоги работы за 2010 год, как выполнен бюджет государственный. Мы готовим бюджетную резолюцию на 2012 год, которая будет предполагать и обозначать политику бюджетную, государственную, какие будут приоритеты, принципы, инновации. И мы приготовим предложение по пополнению доходной базы, по сокращению расходной части государственного бюджета. И я во время встречи ряд инициатив выдвинул и готовлю сейчас их в письменном виде. При комитете мы создали группу рабочую из интересных людей, которые небезразличны и еще надеются на радикальные изменения. Эта рабочая группа готовит ряд предложений. Ну, например, мы готовим систему предложить Кабинету министров по увеличению поступлений в бюджеты местных органов власти платежей за землю и по созданию единой системы земельного кадастра. Инициатива от наших бердянцев происходит. Вместе с Горкомземом мы провели заседание рабочей группы, идея очень всем понравилась. Мы ее сейчас готовим в виде такого короткого документа для предоставления премьер-министру. Далее, мы создали рабочую группу, которая решает проблему создания возможности органам местного самоуправления привлекать ресурсы для своего социально-экономического развития. Потому что проблема у нас сегодня следующая. Очень много всевозможных международных фондов и институций, которые хотят вложить деньги. Вы понимаете, что денег есть очень много. И деньги эти недорогие. В пределах до 5-7% годовых. Им некуда их потратить. Они рады нам их предложить. И они приходят в бюджетный комитет. У нас была встреча. Человек 10 было представителей разных фондов. Но мы не можем у них эти деньги взять. Мы не можем взять хотя бы потому, что у нас в бюджетном кодексе написано, что размеры заимствований не могут превышать сумму бюджета развития города. Бюджет развития города Бердянска составляет, условно говоря, 3 копейки. И на эти деньги, если даже взять такой займ, вы ничего не сможете сделать. Поэтому мы готовим сейчас наши предложения, в том числе один из пунктов – это чтобы, если мы берем, например, у нас бюджет развития Бердянска, к примеру, 10 миллионов, ну мы на 10 миллионов на сегодняшний почти ничего не сможем сделать серьезного. Ну, например, провести замену оборудования, например, в водоканале, либо полностью систему здравоохранения перевести на автономное отопление, на эти пилеты, либо замену окон и энергосберегающих разных механизмов в школах и садиках, что даст колоссальный экономический эффект, этих денег не хватит. Поэтому мы предлагаем, чтобы вот эти 10 миллионов объем бюджета развития города, поскольку мы этот кредит берем на 10 лет, то каждый год по 10 – это 100 миллионов. Абсолютно логично,
И я думаю, что нас поддержит кабинет министров, и тогда, если Бердянск возьмет 100 миллионов кредита, и на эти деньги за 10 лет, а может за 2 года, он проведет замену всех, или проведет энергосберегающие мероприятия, то эти деньги окупятся буквально за 3-4 года. Вы знаете, какие потери, какие суммы тратятся сегодня на эти деньги. То есть вот такие предложения мы готовим. Кроме того, мы договорились с премьер-министром и с министром финансов о том, что мы в марте проводим такое, знаете, заседание в академии, налоговой академии, без широкого круга общения, потому что если в дискуссии, совещании принимает участие больше 10 человек, то это уже митинг, на котором ни один вопрос не решается. Мы договорились о том, что будут 4 представителя Министерства финансов, в том числе министр, несколько человек от нашего комитета и представители органов местного самоуправления, 2 человека. И мы сядем, обсудим все проблемы, которые у нас сегодня есть и не решены за 20 лет существования Украины. Более того, я вам скажу, что судя по обстановке, никто не собирается их решать. Поэтому я считаю, что очень важно, что согласились они со мной провести такую дискуссию, на которой мы должны убедить наших руководителей, что мы идем в никуда, и в вопросах местного самоуправления и финансирования будущего нет у нашей страны, если мы не проведем ряд очередных действий, которые мы должны совместно с Минфином и определить. Если мы найдем понимание, то тогда мы наши эти умозаключения обнародуем и получим поддержку и начнем делать какие-то законодательные изменения. Если же мы не найдем понимания, то мы будем обращаться к общественности, заниматься политикой, чтобы через 2 года, через 100 лет, может быть, кто-то приступил к этим изменениям. Я вам несколько, если хотите, приведу пример вот того, что у нас сегодня происходит, не дает нам жить. Я только единственное боюсь, чтобы я не был для вас слишком долго не рассказывал, детализировал. Вы, если что, мне там начните как-нибудь это посвистывать. Значит, нам создали с вами в этом году проблему. Отменили транспортный сбор. Значит, и говорят нам о том, что вам другими деньгами компенсируются эти деньги. Ну, спасибо, никто не против. Только раньше у мэра любого города, у главы райадминистрации, был какой-то миллион или три, ну, какой город, в зависимости, от этого источника, для того, чтобы весной, когда чуть растаяло, он мог эти деньги, лежащие у него на счету, немедленно использовать и сделать ямочный ремонт. Поскольку этот источник исчез, и правительство решило, что они выделяют 1,5 миллиарда на ремонт всех дорог, улиц, всех населенных пунктов нашей страны, то теперь каждый мэр и глава администрации, председатель сельсовета должен будет пересчитать ямки, которых еще нет, замерить их площадь, умножить на глубину, высчитать в объем и сдать бумажки в обладминистрацию. Обладминистрация посчитает площадь всех ям Запорожской области и будет добиваться получения с этого 1,5 миллиарда какой-то суммы денег. Пока вся эта песня произойдет, там же включится кто с какой партии, наступит Новый год. И мы будем ездить с вами без колес по нашим улицам. Значит, вот эту проблему, и у меня тут их очень много, я просто не буду, потому что это просто всех нас с вами замучает. Но одни и те же известные темы, здесь большинство депутатов не первый год, я не буду на них останавливаться. Если у кого-то возник вопрос, я могу либо отдельно вам, там, кому, журналистам интересно, копию дать этих бумаг. Значит, перечень проблем, которые не решались и не решаются. Ну и самое главное, вот то, что, знаете, вот выводы такие, если общими лозунгами, вот основная проблема — это продолжение практики перекладывания недофинансированных обязательств на местный уровень. Государство взяло высокую планку социальных различных обязательств, их не выполняет, а говорит, тут вы там на местах, что хотите, то и делайте. И вы здесь на местах, имея 3 копейки на ЖКХ, снимаете эти 3 копейки с последних денег и отправляете на дофинансирование того, что государство пообещало и не выполнило. Государство, кстати, не выполнило делегированных полномочий в бюджете этого года, порядка 20 миллиардов гривен не предусмотрело. То есть вот такой перечень вопросов мы готовим для того, чтобы пытаться с кабинетом министров их урегулировать. А что получится у нас из этого, я буду вас информировать, как пройдут эти наши круглые столы, дискуссии, вы из прессы это все узнаете. А результат будет, это следующий бюджетный год, это бюджет 2012 года. Вот посмотрим, насколько удастся
нам найти язык общий. Дальше. Здесь мне Алексей Анатольевич говорил, что я тут в интернет заглядываю. Я как раз хочу вам сказать, что вот насчет этих денег, которые город Бердянск получит на социально-экономическое развитие. Вы знаете, я просто удивлен. Не было денег, не было проблем. Значит, появились деньги, стали меня обвинять в чем угодно. Лучше бы я ими не занимался. И теперь все рассказывают, что их не будет. Так я вам скажу, что будут они. Обязательно. Потому что я получил вот сейчас письмо, речь шла о том, как же эти деньги мы получим и когда. Вот я вам читаю, что написано в официальном письме. Згідно з помісячним розписом асигнувань, надання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, передбачено починаючи з березня цього року у таких пропорціях. В цілому по місцевих бюджетах України березень 2,2%, квітень, червень 6%, липень, серпень по 10%, вересень 13,9%, грудень 17,8%. І мені дуже подобався останній абзац. Разом з тим, враховуючи важливість запропонованих вами об'єктів, вашому місту зроблено виключення. І до міського бюджету міста Бердянська субвенція буде надходити рівними частями по 4,2 мільйона гривень щомісячно. Тому я ту бумагу обросимо передам, щоб ніхто не сумнівався. Дивимося далі. Кстати, то же саме по нашим районам, які ви знаєте, я не буду по ближайшим нашим районам, я не буду повторяти ці цифри. Єдине, що я вам хочу сказати, що я хочу сказати, що обов'язково я постараюсь допомогти і нашим сусідам приморцям і мелітопольцям Васильівка і Енергодар. Я отримав від них на цей счет пропозиції. І ще вам скажу одну деталь. Ви знаєте, чому всі ці гроші йдуть не через обласну адміністрацію, а через районні і городські? Кто-нибудь догадывается ли? Чтоб дошли. Потому что у меня есть очень серьезное основание и глубокий опыт знания сегодняшней ситуации, которой никогда раньше не было. Когда у многих товарищей могут возникнуть желания и попытки ограбить и отнять. Поэтому в дальнейшем я делаю официальное заявление. Все поступления денег будут только напрямую городам и районам, минуя областную администрацию. Дальше. Кстати, я имею печальный опыт. Помните, 10 миллионов на берегоукрепление косы? Где они делись? И где берегоукрепление косы? Но тоже была виновата не обладминистрация, а тут то, что у нас было раньше. Дальше. Следующий вопрос. Я очень хочу, и сейчас занимаюсь вопросом помощи медицине нашей. Речь идет о том, что вот тот медицинский аппарат, который удалось мне в Бердянск привезти, это одна маленькая часть того, что я хотел бы сделать. Знаете, я когда встретился с новым министром здравоохранения, с Емцем Леонидом Николаевичем, оказался удивительным, интересным и прекрасным человеком, и мы сели вместе с ним разбираться, как же нам помочь родному Бердянску и Запорожской области. И что мы увидели? Мы увидели очень интересную картину. Я вам читаю. Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання для закладів охорони здоров'я між адміністративно-територіальними одиницями. Читаю. Волинська область – 5 мільйонів, Вінницька – 5, Волинська – 18, Дніпропетровська – 70, Кіровоградська – 47 мільйонів, Одеська – 23, Ровенська, Харківська – 60 і так далі, і так далі, і так далі. Заканчується Броварський район – 20 мільйонів. И Тернопольский 7, все, 416 миллионов. А где Запорожская область? А нет, ни копейки, ноль. Я спрашиваю, а почему? Они говорят, даем тем, кто просит. Поэтому я подготовил папочки, у меня есть она, я с министром договорился, это он уже мне дал, такую просьбу дал, что придумай, как теперь это все изменить. Есть три способа, как это изменить. Я не буду тратить время и вам рассказывать. Я постараюсь это сделать, чтобы Запорожская область получила деньги на медицинское оборудование. Но я имею в виду, получить должны будут напрямую города и районы Запорожской области.